В библиотеках можно не только читать. В Краснодаре уже 6-й год проходит всероссийская акция «Библионочь». Каждая библиотека подготовила свою индивидуальную программу. Но идея для всех одна – Всемирный год экологии. В библиотеке Некрасова, например, устроили интересную акцию. У всех желающих была возможность выпустить рыбку в Черное и Азовское моря. Что с удовольствием и сделали и дети, и взрослые. Мне понравилось делать рыбки, но они очень-очень красивые. Потому что я рыбок люблю кормить. В этом году исполняется 80 лет, и многие интерактивы были посвящены этому событию. В литературном кафе можно было пообщаться с известными писателями и поэтами Кубани, а прямо в читальном зале посмотрели исторические фильмы. Организаторы отмечают, что такие акции привлекают к чтению все больше и больше людей. Приобщение к чтению, возврат к истокам опять. Вот с чего начиналось. Не зря же проводятся сейчас тотальные диктанты, народные сочинения. Читающий человек – это грамотный человек прежде всего. И на это все рассчитано, чтобы люди читали. «Библионочь», несомненно, свою роль выполняет на отлично. Всего в акции приняли участие 27 муниципальных библиотек, которые распахнули свои двери не для 1000 читателей. Впереди краснодарцев ждет ночь театров, музеев, искусств.